Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня для всего музыкального мира особенный день. В культурный календарь событий 29 января 2022 года занесено как знаменательная дата. Ровно 100 лет исполнилось одной из крупнейших концертных организаций – Московской государственной академической филармонии. По указу президента Российской Федерации вековой юбилей широко и с большим размахом отмечается по всей стране. В калейдоскопе праздничных мероприятий и выступлений симфонических оркестров и академических хоров, проекты в области современной музыки, детские, молодежные программы, исторические, просветительские вечера и встречи. Для нашего учреждения «Пенза-концерт» Московская государственная академическая филармония всегда являлась столичным флагманом и сердцем подлинного искусства. И сегодня, присоединяясь ко всем поздравлениям, мы подготовили программу, которая пронизана искренним уважением и преклонением перед признанным во всем мире центром музыкальной культуры, в котором всегда так бережно хранились и хранятся лучшие традиции отечественной школы исполнительского мастерства. И сегодня в этот вечер свой музыкальный подарок преподнесет один из ведущих коллективов «Пенза-концерт». Это лауреаты всероссийские и международных конкурсов, академический хор губернаторской симфонической капеллы. И начать мы хотели бы с произведения композитора Петра Лондонова. Это народная песня «Уж ты зимушка, зима». И выбрали мы это произведение не случайно, поскольку Петр Лондонов является нашим земляком. Он родился в 1928 году в деревне Бессоновка Свищевского района, сейчас это Каменский район Пензенской области. В 60-х годах 20 века он являлся сотрудником кабинета народной музыки Московской консерватории и редактором издательства «Музыка», позднее советский композитор. Он является автором и составителем сборника народных песен Пензенской области, который был издан в 1960 году. И вот в авторской обработке эта песня, тем более в эту замечательную заснеженную зимнюю погоду, сегодня мы этой песней и начнем нашу программу. Ну а сейчас я предлагаю вам аплодисментами пригласить музыкантов академического хора на эту сцену. Прошу вас. Yeah.
вашему вниманию.
Аплодисменты между частями не предусмотрены. Произведение идет в течение 45 минут. Мы желаем вам приятного времяпрепровождения. Итак, Антонин Дворжик, месса ре-мажор. Партия органа исполняет София Семьянова. Yeah.
Каширский. Желаем вам крепкого здоровья и ждем вас на нашем концерте.